Всем огромнейший привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Новосветлова Наталья. И в этом видео мы вместе с вами посмотрим мой заказик, мои покупочки от Avon. Приятного вам просмотра! Наливайте себе чаек, кофеек и давайте уже будем смотреть. Так как я очень люблю вообще линейку Today, Tomorrow, Always, и здесь я увидела, вышла вот такая вот новинка. И мимо этой новинки я просто пройти не смогла. И это у нас Everlasting. Сейчас посмотрим. Новинка 2024 года. Заявлено, что у нас высокая концентрация аромата. При покупке парфюмированной, парфюмированной воды у нас еще набор можно было заказать за 1 рубль. Конечно, тоже выгодная покупка. Познакомиться с какими-то средствами. Так, ну что, будем смотреть. 50 миллилитров Everlasting. Здесь у нас миндальное молочко, цветочные ноты, в середине нерли и мускус. Вот такой вот аромат. В общем, буду тестировать, буду пробовать. У меня много ароматов и снятостей из линейки Today, Tomorrow, Always. Поэтому, конечно, пройти мимо этой новиночки я вот вообще не удержалась. Классный флакон. А, какую-то она мне напоминает из этой линейки. Но с нотами, конечно, своей индивидуальности. Это 100%. В общем, класс. Так, что у нас тут в наборе, в подарок? Это у нас мини-формат Вислав. Классно. Я рада, что сейчас у вот этих вот миниатюр сменилась крышка. И крышка, она теперь сидит плотно на флаконе. И такие ароматы у меня есть полноразмер. Конечно же, аромат классный, такой универсальный, я бы сказала. Хоть на работу, хоть в офис, хоть в отпуск. Дальше здесь у нас для волос средство, я такое не знаю, двухфазная сыворотка для волос, ну получается несмываемая, надо ее, да, наверное, чтобы она соединилась как-то, фазы в ней, и в общем-то несмывашка. И помада-бальзам для губ, лепестки розы, класс, вообще очень хорошо, следующее. Знаете, что я здесь увидела? Прям вообще по классной цене. И я также люблю очень линейку Attraction. Очень люблю вот этот Attraction. Женский, древесный аромат. И я взяла мужской. Взяла мужской аромат. Подарю сыну на день рождения. Всегда дарю какой-то аромат. И деньги, и, в общем-то, сыну Attraction. У него скоро будет день рождения в июне, и Attraction будет у него в подарок. Такого еще аромата не было ни у сына, ни у мужа, поэтому, в общем-то, вот. Следующее, что меня заинтересовало, и это вот такая вот водичка. Я решила, что очень выгодная цена. Это у нас парфюмированная вода Love You для нее. Вообще она вышла в 22-м году, ну что-то как-то я мимо нее прошла, и знаю, что классные отзывы по ней. Сейчас мы ее тоже откроем. Она такая вкусненькая. Интересно, какая она. В ней есть малинка. Вообще она из цветочно-фруктовых ароматов. Такое, как будто бы сердце, сейчас нанесем. Такой прям добротный распылитель. Ваниль, конечно, есть, цветы, даже перчик, мне кажется.
Какие-то жевательные конфеты напоминают аромат. Тоже неплохой. Ну, классно, классно. Хорошая покупочка, довольна. Что я еще приобрела? Я приобрела вот такой вот солнцезащитный крем, увлажняющий солнцезащитный лосьон для тела, нежная защита с витамином Е, водоустойчивый. Ни разу не пробовала такой, в общем, попробую. И еще, что я купила? Что я еще купила? Это пакет сюрприз. Давайте заглянем. Пакет сюрприз. И будем смотреть, что же здесь в пакете сюрпризе. Так, первое, что я вижу, и это у нас пена для ванны. Пена для ванны 250 миллилитров. Не знаю, с каким ароматом. В общем-то, бабл. Ну, пенка для ванны. Еще лосьон для рук, лаванда и имбирь. Вот такой вот лосьончик для рук, 250 миллилитров. Дальше, дальше, дальше. Из серии люкс это у нас бальзам для губ. У меня никаких таких продуктов, не знаю. Увлажняющий бальзам для губ. 22 года, да? Вот, другие продукты. 23. Просто мне интересно, я вот пакеты ни разу не покупала. Каких годов средства-то в них вкладываются. Следующее, что... Это у нас из мужской серии для волос и для тела. Такой вроде есть мужской аромат. Гель для душа, что ли? Это гель для душа и для волос мужской. Ну, используем. Так, и еще аромат Пура Бланка. Аромат Пура Бланка. Такой тоже не знаю. Линейку Пура Бланка я особо как-то... Ну, у меня есть голубая одна из Пура Бланк. А это вот у нас Sunset Bloom. Или какая-то лимитка была, или уже, не знаю, снятость, или что это. Но аромат, в общем-то, вот такой вот Pure Blanc Sunset Bloom. То есть вот такой вот пакет сюрприз. Пена, лосьон, бальзам, мужской гель для душа, шампунь и аромат. Вот такой вот пакет сюрприз. Ну, познакомлюсь с новыми средствами, всегда интересно. В общем, измоем, искупаем, используем по назначению 100%. Ну, покупками я довольна. Вот этот, конечно, посерьезнее аромат, такой постойчивый, можно сказать, более такой. В нем есть такая сладость и горчинка, мне нравится. Этот аромат на коже раскрылся сейчас и стал более таким сладким, фруктовым. Приятные. Приятные цены, приятные средства. В общем, будем пользоваться. Ну вот, это такой вот обзорчик моих покупок, которые я сделала. Ну и, в общем-то, увидела, что тут новый каталог у меня есть. Посмотрим, полистаем. Надеюсь, что вы отлично провели время в моей компании. Если пробовали эти ароматы, пишите обязательно. На ProBlanc интересен ваш отзыв. В общем, как вам эти ароматы, очень интересно послушать ваше мнение. И вообще, как к парфюмерии относитесь. А я, в общем-то, уже плавно к дню рождения готовлюсь, покупки покупаю. Вот. Буду с вами прощаться. Обнимаю вас очень крепко. Всем вам пока-пока.